проявить свои лучшие качества, обменяться опытом и, самое главное, вырасти профессионально. Традиционный конкурс педагогов «Учитель года» стартовал в Ульяновске и объединил в борьбе за звание лучшего 12 наставников из разных школ города. Учитель-профессионал, учитель-мастер и учитель-наставник. Три раунда и целая неделя испытаний городского этапа конкурса «Учитель года». Каждому из них есть о чем рассказать и чем поделиться со зрителями, членами жюри и своей главной аудитории – учениками. За годы существования конкурса его участниками стали более 300 педагогов. А победители, не останавливаясь, идут дальше и завоевывают одну за другой победы на региональных и всероссийских этапах. Любой педагог хочет покорить ту вершину, которую он еще не смог покорить. Вот сегодня у нас будет 12 педагогов, которые будут покорять свою определенную вершину. Учитель года для победителей и призеров – это стартовая площадка и отличная возможность идти дальше по профессиональному пути. Александром Данькиным, одержавшим победу в далеком 2012-м, соревновательный азарт и желание совершенствоваться овладело полностью. И по сей день уже один из 30 лучших директоров России продолжает оттачивать мастерство педагога, делясь секретами успехов. Наверное, спокойствие. Нужно сохранять спокойствие всегда и всюду. Основные навыки педагога-профессионала одной из нынешних участниц Ксении Даниловой постигаются уже 7 лет. Как признается молодой учитель, идея стать следующим учителем года несколько лет не давала покоя, поэтому настрой у девушки боевой. Все эти визитки, мастер-классы, уроки – это уже накопленный наш опыт на протяжении нескольких лет. И доводится это все до уровня мастерства, который мы хотим продемонстрировать на этом конкурсе. Каждый последующий раунд муниципального этапа будет прореживать ряды участников, оставив в итоге самого стойкого, который презентует себя уже на уровне региональном. Мадина Исмаилова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.